Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров в Харькове, 16 часов 13 минут, 28.11.2018 года. Сейчас, как говорится в мировых СМИ, одна из самых удручающих тем, связанная с военным положением на Украине. Если вы случайно попали на мой канал, настоятельно рекомендую также случайно с него уйти. Потому что то, что вы услышите дальше, это предназначено не для вас. У меня, обратите внимание, 59 тысяч подписчиков о канале, да? Видите, как статистика интересно показывает. 58 986. А здесь счетчик показывает 59-13. Ну, ничего страшного, пускай будет 50 тысяч подписчиков, да? Вот. И, естественно, я этот ролик делаю не для вас, случайный прохожий, а для своих слушателей и зрителей. Поэтому быстренько выключайте ролик и идите смотрите другие каналы, благо их миллионы, пока еще не закрыт YouTube. Кстати, YouTube и военное положение — это, как говорится, рукава одной рубашки. Все делается для того, чтобы не перенести выборы, а делается это все для того, чтобы прятать истинное положение вещей, так как подписчики моего канала уже давно знают, что континента Северная Америка не существует, и Соединенные Штаты спокойно находятся на территории современной Азии, то, естественно, и вещать для своей аудитории мне намного проще. Вот, идем дальше. Обратите внимание, 11 сентября 2017 года я выпускаю ролик «Будущее Украины уже известно». По старым традициям Ютуба понаставляли кучу дизлайков, написали кучу гадких комментариев. И что мы теперь видим? То, что я сообщал 11 сентября 2017 года, начинает потихоньку осуществляться. То есть началась первая фаза. Для своих слушателей и зрителей, кто впервые видит данный ролик, рекомендую просто написать на Ютубе его название. «Будущее Украины уже известно. Достоверный прогноз». Нажать поиск, найти его быстренько на Ютубе и послушать очень внимательно, что я сообщаю в этом ролике. Сейчас я его ставить не буду. Изучите, пожалуйста, самостоятельно. Мой прогноз начинает потихоньку сбываться. Далее, хочу небольшую дополняшку сделать. Бытует мнение, что на территории Украины живут только одни украинцы. Давайте запасемся терпением и посмотрим в Википедии, тоже живет на территории Украины. Крымские татары, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне. Греки, татары, цыгане, азербайджанцы, грузины, немцы, гагаузы, корейцы, узбеки, чуваши, мордва, турки, литовцы, арабы, славяне, чехи, казахи, латыши, осетины, удмурты, лезгины, таджики, башкиры, марийцы, вьетнамцы, туркмены, албанцы, ассирийцы, чеченцы, эстонцы, китайцы, курды, даргинцы, коми, карелы, аварцы, индопакистанцы, абхазы, караимы, коми, пермяки, киргизы, лакцы, афганцы, табасараны, испанцы, ароки, ижорцы, финны, кумыки, американцы. Ну вот, допустим, я американец. Допустим, сербы, удины, нивхи, кабардинцы, ингуши, итальянцы, персы, крымчане, буряты, нагайцы, адыгейцы, туркмены, хитинцы, калмыки, якуты, орочи, вепсы, кубинцы, французы, ливы, чувашцы, немцы, балкарцы, черкасцы, уйгуры, карачаевцы, шведы, евреи горские, хакасы, эскимосы, голландцы, рутульцы, саами, дунгани, талыши, абазины, хорваты, караколпаки, австрийцы, англичане, агулы, еврейские грузины, монголы, халха, эвены, ханты, цахуры, алтайцы, уличи, коряки, таты, селькупы, негидальцы, канадцы, ивеки, мганасаны, японцы, манси, тувинцы, нанайцы, удыгейцы, кеты, шорцы, бельдужи, белуджи, чукчи, долгоны, энцы, этельмены, тафары, евреи среднеазиатские, чилийцы, атазиры, алиуты. Вот, это у нас Википедия сообщает, кто живет на территории Украины. Поэтому, прежде чем кричать, что вот украинцы такие-сякие, подумайте, может, дело не в украинцах. Ну и под финал нам постоянно показывают ролики с этими катерами. Ну и? А где это все происходило? Давайте объективно посмотрим на ситуацию.
Может, все происходило наоборот, ну просто из разряда, давайте допустим. Где-то спокойно стояли украинские катера, а к ним подкатили неизвестно откуда российские катера и напали на них. И если я ошибаюсь, то предоставьте, пожалуйста, спутниковые снимки, спутниковое видео. А если у вас нету возможности предоставить спутниковое видео, значит, эта ситуация могла быть где угодно и когда угодно. Нам просто сказали, что где-то там в море кто-то на кого напал. А почему бы не может быть все наоборот? Стояли украинские катера, а к ним подъехали РФовские катера и напали на них. Поэтому, пока не будет видео со спутника, эта версия будет жива. Ну и самое главное, с чего мы начинали, это то, что континента Северная Америка не существует. Соединенные Штаты Америки все время находились спокойно на юго-восточном побережье Азии. А с вами был по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушаете и слышите меня. Всего доброго и до новых встреч в прямом эфире. Пока-пока.